Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Заявки на участие в конкурсе продолжают поступать, но уже сейчас известно, что будет не меньше 50 артистов. Причем Дуслык Мано в этом году вновь подтверждает статус международного фестиваля. Заявились исполнители из Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. Также не прошли по критериям, но были приглашены в качестве гостей вокалисты из Таджикистана и Нигерии. А что касается программы, она уже разработана, утверждена и учтены мнения, в том числе и жюри, и самих участников, чтобы было удобно всем. У 16-го фестиваля новый главный режиссер из Республиканского молодежного театра и новый редактор музыкальной программы. Они пообещали, церемонию открытия и гала-концерт станут настоящим праздником. На прошлом фестивале было дано имя Фариды Кудашевой этому фестивалю, этому конкурсу. И мы надеемся, что у нас будет презентация гимна этого фестиваля. Тоже музыка пишется, слова уже пишутся тоже. Мы сделали небольшой ход такой интересный, что песни Фариды Кудашева будут исполнять артисты филармонии и выйдут, споют непосредственно само жюри. Также на сцену должны выйти лауреаты и обладатели гран-при фестивалей прошлых лет. Сам же конкурс будет проходить в два этапа. Сначала вокалисты исполнят поочередно народные песни на башкирском и татарском языке, затем эстрадные. Имена победителей будут названы 7 апреля на торжественной церемонии закрытия. Гала-концерт пройдет в городском центре культуры. Наталья Бурова, Ильшат Асламов. Время новостей.